Ребят, всем привет! Всем привет! Сегодня мы снимаем очень необычный вызов, и называется он «Одна минута челлендж». У нас есть 7 различных интересных заданий, каждое из которых мы должны выполнить за одну минуту. Какие-то из заданий мы придумали сами, а какие-то нашли в интернете. Надеюсь, что получится интересно и весело. И первое задание будет разделить M&M's по цветам. Мы уже заранее подготовили здесь, у нас одинаковое количество M&M's-инок. Мы их сейчас за одну минуту... Должны их разделить по цветам в кучки маленькие. Да, в маленькие кучки. Все, ты готова? Я готова. Одна минута. Пошла! Так, у меня много коричневых. У меня семьи одни. Так, почему они катаются? Они очень сильно катаются! Кучки. Коричневая — это как кучка какашулек. Сколько осталось? 30 секунд. У меня жёстко убегает, нет, 3. 30 секунд! 23! У меня всего 3 жёлтых. У меня очень мало жёлтых, но не 3. Ой. Не за всё? Ой, нет! Что-то всё было не так. У меня зелёный, есть у тебя зелёный? У тебя зелёный? Да. Я всё! 55 секунд. Всё! Ты почти справилась, мне кажется. Я успела, но ты был первее. Так что ты выиграл. А у нас, кстати, будет какое-нибудь наказание? Будет очень жестокое наказание, мы его скажем в конце, поэтому обязательно смотрите вызов до конца. И я не знаю, какое будет наказание. Я тоже. Так что все в конце. Будет очень неожиданное наказание. Мне кажется, следующее задание будет более веселое. Потому что нам нужно будет печеньку перенести со лба в рот без помощи рук. За одну минуту. Я вообще не представляю, реально ли это. Ну, хотя люди делали, но... Так, мы не пробовали специально. Я вообще ни разу не тренировался. У тебя она как-то не на лбу, надо повыше, нет? Куда выше-то? Все, я готов. А если я больше печенья? Ну, такая хоп, за минуту. Мне еще одно делать? Делай второй раз. Кто больше раз делает? Боже. Ты один сначала раз сделай. Ну да. Поехали. Я его пытаюсь так вот двигать, и она... У меня упало. Ты читеришь, так нечестно. Чего? Я... Все честно. У тебя получается? Ага. Реально? Да. А как мне ее в рот положить? У меня она получилась, но... Смотри, смотри. У меня получилось, но не получилось ее именно в рот положить. Опа! Один раз. Со лба. Уронил. У меня не получается положить в рот. Так двигай. Да чё к чему? Так нечестно. Смотри, в смысле, нечестно, все честно. Я напала. Блин, да тупо. Вот. Да я сделал один раз. Я почти сделала, ребята, но вы видели. А я два раза сделала, правда, не за минуту. Можно я хочу попробовать? Попробуй. Не смеши меня, Паша. Ну, вот это счастливая печенька, я два раза ее сделал. А нет, один. Да не смеши меня. Да ты на бок вот так лап, как ты сделала, да. И потом передвигай по щеке, это легко. Да. Она у меня в рот не запихивалась, потому что она большая. Лови ртом так. Вот, пробуй, пока не получится. Да, вот, смотри даже. Ну и все. Как? Ну дальше, давай. Наклони лицо-то вот в эту сторону, чтобы она покатилась. Да не наклоняется, смотри. Наклони лицо. Куда? Вот туда, да, и все, бери. Это было очень сложно, она огромная какая-то для меня. Очень легко. И третья игра, теперь нам нужно за одну минуту попасть трубочкой в стакан. Кто больше это раз сделает? Вот таким вот способом. Видишь, почти попал. Все, ты готова? Я это тоже ни разу не делала. Все. Ты попадал вообще? Один раз. Раз,
два, три. Да, ты со второй попытки. О, а я попал, и она вылетела. А у меня, смотри, это не считается? Нет. Мне кажется, смотри, это оставлять там трубочку? Ну да, а что? Ну она, мне кажется, мешает. О. Тоже зеленая. Это не догадывай, как... О, так она и так отскакивает, кстати. Да что такое? Я одну только попал. Ты, кстати, быстрее сделал, так что ты выиграл. Если я с ней закину еще одну. Поэтому надо мне закидывать. Она попала и вылетела. У меня так было с самого начала. Да что ж такое? Ты победила. Ура! Хоть в чем-то. Так это сложно на самом деле. Это очень сложно. Забавно, когда они вылетают. Они туда попали и вылетели. Вот это печаль. Все, остановись. Я сделала это, я победил. Нет, на четвертой минуте. Время истекло. Следующее задание, мое самое любимое. Bottle Flip Challenge. За одну минуту ты должна подкинуть бутылку, так чтобы она встала. Как можно больше раз. Много? Да, все верно. Вообще хотя бы один. Раз, два, три. Это не считается. Стой! Так, продолжаем. Да как? У меня такая антигравитация. Блин. Так, ладно, это не будет действовать. Четыре. Я еще ни разу не сделала. Пять. Почему ты не можешь? Я не знаю, кто ты клевой. Да, я... Покажи, сколько у тебя воды. У меня уже все бутылка побитая. Вряд ли ты уже взял голос. Да все, у меня уже какая-то все поврежденная бутылка. Семь. Семь раз. Жесть. Ну-ка, попробуй моей. Я ни разу не сделал. Может, у меня есть какая-то супер техника? Конечно, надо вот так делать. Как? Подожди, что-то я не понял. Я беру вот за эту штуку. Да! Она полетела! Я вот так брал, все, я понял систему. Это просто невозможно остановиться. Интереснее нет. Задание просто не придумать. Я предлагаю нам как-нибудь снять отдельный челлендж Bottle Flip в разных локациях, в разных местах, разными руками, позах и прочее. С разными бутылками. Кто за, обязательно ставьте лайки вверх и пишите в комментариях. Только вверх лайки, только вверх. Следующее задание будет очень забавное. У нас есть крем, у нас есть cotton balls, ватные шарики, у нас есть тарелка, и мы сейчас крем намажем на нос, и нужно будет носом взять шарик и перенести в тарелку. Я не знаю, получится ли. За одну минуту кто больше? Да, кто больше. Такие вы смешные, да? Ну что? Одна минута, пошла! Ты отцепляйся. У меня вообще нормально цепляется, я цепляюсь, у тебя? Много пунктов уже? Не очень. А ты по одному? Нет. По одному только? Что? Не было такого задания. Так ты жулик, я же тоже... Чего, сколько хочешь? Ну все, берегись. У меня кончился крем. Капец, у тебя... Цепляй или цепляй? Цепляй, цепляй! У меня кончился... Да у меня тоже кончился он. О боже! У меня тоже не цепляется. Меня... Блин, у тебя так много! Ты сказала, можно помного делать? Почему у тебя так много? У меня это просто... Я такая, хоп, она туда когда-то... Давай посчитаем кубы больше. Давай. 15, 16. У меня 19. Счет становится 3-2. Я лидирую. И кто-то будет сегодня наказан. У нас еще сколько? Два задания? Получается так. У нас есть туалетная бумага. Зачем она нам? Сейчас нам надо будет за одну минуту размотать ее, точнее намотать на руку. Да, ну как бы с мотка намотать на руку. Все верно, все верно. Кто быстрее? У тебя есть уже какая-то профессиональная техника? Нет. Раз, два, три.
Подожди, а что, так надо делать? А как? Я не знаю. Я вот так буду делать. А, да ты так и делаешь. Оторвалась, что делать? У меня упало. У меня разбился процесс. Я все. У меня еще просто спрос пол рулона. Сколько мы тут набыли? Ты справилась за 30 секунд, между прочим. Туалетная рука. Что? И последнее решающее, завершающее задание. Нам нужно за одну минуту в тарелке полной муки найти 7 ММДМ-синок. 7, да, вроде. Тот, кто проиграет, будет наказан, ребят. Вы узнаете после. Ready? Я вообще не представляю, как это искать. Прямо так носом и ртом достаешь. Кошмар. Поехали? Да. Как там дышать? Кошмар! Как? У меня 3. Сколько? Тоже. Я не знаю, сколько у меня. У меня 7. Я все! Я выиграл! А сколько у тебя, может, тоже выиграл? У тебя тоже 7? А, да. Как давно ты это сделала? Не знаю. У меня слюни бегут. Ну, я тоже. О боже, это просто ужасно. Я не могу дышать. Это стрёмно. Еще непонятно, кто из нас впервые это сделал, потому что у тебя было 7 и у меня 7. Придется. Мы оба проиграли. Да. И в наказание надо будет сделать селфи и выложить в Инстаграм. Согласна? Давай. Прям в смысле вот так. Ребят, надеюсь, вам понравилось это видео, так же, как и нам. Мы специально это... Оставили, да, напоследок. Потому что мы все... Вы похожи теперь на Джокера. Ты вот похожа на Джокера. У тебя прям, знаешь, такая красная штука. Ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал. Скоро будет несколько видео с гивэвэями. Так что не пропустите. Ставим пальчики вверх. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Пока-пока.